Идет видеокамера. Так это вот с этой камерой. Лишнее не отрезай. Бодин это. А то нечего будет набирать. С одной почки немного наберешь. А ты этим... Люда-то уехала домой, нет? 8 часов она уедет. Сказать, чтобы там в лагере она разобралась, подрезала. Там же у нас виноград был. Видишь, какая ранетка сегодня хорошая. Она заманивает насекомых, опыляется и сбрасывает. Ну вот, видишь, как хорошо. Замечательно. Лопаты нигде не бросать. Лопата. Люда сказала, я там занес. Вот там, около забора вообще. А? Люда сказала, около забора вообще под корень нужно вишню убрать. Ну, может быть и так. Но я уже больше не хочу трогать. Надо убирать от этого. Нет, под корень не надо. Вот как лежит, так и хватит. Не надо больше трогать. Там на пути маленько малина мешает, кустик убрать. О, солнце уже на покой пошло к 8 часам. Сегодня у нас 20... Какое 20? 17 мая. Вообще удивительно, как. По 25 градусов тепла. Вот видишь, что у нас тут. Как у вас тут хорошо идет, дружно-то. По лестнице слезал, и никогда не было там с той стороны гвоздя. Воткнул и распорол палец. Кровь на обе руки пошла. Я сразу за лекарство. Ты даже не знаешь, я в прошлом году, когда говорил, когда рядом со смертью был. А вот, видишь, заплата какая, сейчас сверху покажу. Видно, нет? Видно. Во. Угу. В лесу были. Володя пилит это, дружба, пила. А я там рядом что-то, и он споткнулся, еще и пилу развернул и щелкнул здесь. Если бы сантиметр дальше, он бы вонзился в пах и сразу сонную артерию перерезал. Но она захватила, и дальше нисколько. Маленько погодя, он снова попал, сам себе уже резнул. А мне здесь разрезало на миллиметр только от смерти был. Я как сейчас надел штаны эти, так все вспомнил и так плакать начинаю. Вот представь себе. У нас в деревне Лушпаненко, там парнишка, ловил суслика, а кто-то едет на телеге-то, ну его пригласил, он побежал. А ножичек сделанный такой. И он как прыгнул и навалился, и сразу в пах воткнулся ножик. И сразу умер. Конечно. А я пас в это время лошадей. Я уж большой был, лет 7, наверное, было. И как я узнал, что он помер, да это прямо потрясение было. Как только сейчас мы бегали, и вдруг нет его. Вот какое дело. И вот этот вот, а он с какой скоростью пила, он взял, она не останавливается. У Игоря Барабаша. Ну и как резанул у меня брюки-то эти вдребезги. Вот она как. Вот заплата где, видишь, прямо, ну машина, считай. Надо, вот. Меры предосторожности. Вот не ждешь беду, то она рядом где. Мы сразу все бросили, давай молиться. Это ангел-хранитель отвел. Если бы он маленько дальше наклонился, ну, на 7 сантиметров, 2. Все. Сейчас бы я вам уже не надоедал. Сохрани, Господи, ты что? А тебе так молятся все. Вот это вот, может, тут Алексей ставил лопата разровнять, а то он, я приеду, разровняю. Да. А вы что там бросили-то больше уже не делайте. Сажать-то. Надо срочно попасть. Ладно, я отошел. Что, можно калитку закрывать можно? Да. Пойду я закрою эту калитку. Вот так мы живем. Ну, это, конечно, не деревня. Ну, на углу так, Барнаула. Самый красивый считается район центральный. Рядом Обь, мост, красавец. Видишь, кто-то ель, вот это какая ель. Была махонькая, когда я поселился тут. Не сажал я ни одного дерева здесь. Вон там клен. Рядом вот это все вишни. Там еще что-то. А это вот очень богатые кусты. Два куста, даже третий он появился. Калина. И я тут лажу, под самую макушку залажу на лестнице. 7 раз даю по ведру. Набирал 4, что ли, ведра.
богато, как говорят, рясно. Вот береза слабенькая такая, вон соседская какая, более кудрявая. То ли что она старше, не знаю. Вот кошек накормил, все, пошли. Еще раз, дорогие сестер, издалека посмотрю. Какие они хорошие сестры у нас, работяги. Это вот учительница была, это врач. А сейчас кто? Виноградарь. Вот свой участок. Это выиграл я после освобождения государства. 11 лет шел суд, и Господь его сделал выигрышным. Они должны были мне по полной программе 11 миллиардов. Когда я был реабилитирован, и все. Но по этим деньгам, тем еще не доминированные. И Господь благословил. Вот 13 соток, центральный район, два здания. Это Бог сделал так. Я так боялся, хоть маленько, метров квадратных 100. Так вы заикнулся как-то, а они как-то сказали, давайте на 50 лет в аренду сдадим. Я говорю, вы сейчас смеетесь, я буду строить, и где-то, это вы с ума что ли сошли? Я встал, да нет, нет, мы просто так сказали. Я встал и даже разговаривать с вами больше не буду. Ну, это без главы города еще было. А когда уже тут мэр города и прокурор края вмешались, прокуратура, все, все на моей стороне было. Ну и все. Мировое соглашение, то есть не, назад уже нельзя вернуть. И вот я уже 30 лет тут нахожусь. Прекрасное место. И вместо 100 квадратных метров дали 226. Учитывая мои заслуги, важные, нравственности, а края, судебные исполнители говорят, это могли бы не писать. Они должны, согласно того, что у меня сделали, и все. Но они еще подтвердили. Это и хорошо, что подтвердили. Моя работа, преподавание в университетах бесплатно, в школах, по радио. Вот все это Господь как-то свел в одно. И работал как? Все это без денег, я все это даром делал. И в местном СИЗО. 18-1, кажется, СИЗО, тюрьма. И в этой тюрьме я 18 лет тоже помогал, работал, учитывая вот это все. И такую грамоту дали, она на стене у меня висит. Вот так. Вот она где.